Что-то завис я. Слышно? Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Ползки, ари, кучу я вытащу. Иди и вытаскивай еще одного командира. Хилить Поклонскую, не подходить к мобам. Не того ты вытянул. Не агрить только тех мобов других, они не будут двигаться. Пусть, ну зачем? Меня слышно, врага? Да. Я же говорил, не агрить их. Что, их надо убивать? Они не двигались. Командира мы убили, они там стояли. Они бы там стояли всегда. Мы бы их никак не сагрили. Так к этому гвардейцу удержанишь, сарятся или нет? Да, я не про гвардейцев. Не, босс, который... В самом случае, из них надо будет на босса идти, они же по-любому сагрятся. На босс... На босса идут с ПГ по горке вот здесь. Смотри на меня. Они стояли справа там. Зеленький маны тронг. Это заклинание еще не готово. Дайте рост быстрее зальем. Все равно откатится. Бонзай. Крич черепашек ниндзя, да? Кавабунга.
Я так понял, Куве, второй разряд ты потерял снова. Идешь на пересдачу экзамена по второму разряду. У тебя ныне первый разряд снова. Ну, что, высший получить через постель у тебя, да? Не, почему? Затанчить тьму надо. Через постель, да? Под одеялом, это во тьме. Тьму затанчить. Босса поворачивать будешь. А, так он как кот, как он его называет, боссом, да? Забавно, кого еще учится, и, блядь, знаешь, в универе экзамен не сдал, блядь, в бой экзамен не сдал. Да. Мне до сих пор снится, что у меня там диплом надо делать, я просыпаюсь, понимаешь, что я уже его сдал давно. И там надо деньги на какой-то экзамен тащить, я его, блин, уже сдал сколько лет назад. Облегчение такое, блин. Так, вот рыба раздал кресты, отойду на пару минут. Я намажу яд. Что-то три роги, ничего себе. Маги, дайте стол. Кто помнит, как басня называет, начинается про ворону и кусочек сыра? Однажды бог что-то там послал. Вороний кусочек сыра, да? Наели ворона взгромоздясь, позавтракать уж вылаз собралась, да? Да загугли. Да призадумалась, блядь. На ту беду леса близёх. Значит, на это не беру. Кивая. Начинайте как-то из БДК. Нулевой разряд, сука. Чё там, власть не включена? Шо? Куве, бля, давай собери. Теперь ты облажался по-крупному. Резать павших, давайте бафы им.
Венгерл, танчишь основу, КВ первую копию. Смотри на 36% босса, прожми незыблемость КВ. Поклонская третью копию. Пишите, если кому-то чего-то не хватает. Начинаю. Первый танч. Дэнгерл. Пожалуйста, не сбивай мой щит, а? Лол. Ты на кого кидаешь, Анка? На Дэнни Герл, потому что я смотрю, ты первый раз кинул на этого QV-шка. А, щит не кинули, БДК сдох. Сука, вы чё, бля? Смотрите, где останавливает. Давай, Дэнни Герл, забирай ты копию. КВ пусть танчит уже. В итоге Поклонский забрал, КВ упал. Да чё? Падайте, боже мой, блядь. Дима, не кидай на... Ты же понимаешь, что Дэнни Герл будет танчить свет. КВ будет танчить тьму. Ты будешь во тьме. Зачем ты кидаешь на Дэнни Герл орехи? Падайте. Блядь, Джерин, тебя перехилили. Как дела? Дима, ты разряд, походу, потерял. Был пятый, стал первый, блядь. Был анирм, блядь. Да, вместо чтобы хилить орехи, перекидывали духу дружки, красавчики. Да даже если перекидывать, один хер, блин, хилить. Ваша задача хилить, а не, блин, орехи кидать. Они орехи просто кидают по КД, блин. Я смотрю просто, я кинул на него щит, смотрю, мой сбили, я такая, ничего себе. Ну просто он смотрит, что у тебя ХПС больше, чем у него, и он сбивает, блин. Короче, не ругайтесь, у меня на самом деле власть не была включена. Все намного проще оказалось. Тогда Грой так удержал. Давайте быстрее. Был. Тяни нога, мы тебя долго ждать будем? У меня есть, что тебе предложить. Лана, ты сейчас на Эрдру ролишь? Чё? Ты на Эрдру сейчас ролишь? Нет, на кота. Красок нету, кто бы вафы и краски. Блять, да не отъезжай, ШП, встань на месте. Дуду типка, бля, я торгую. Стой. У меня найдется все, что тебе надо. Набрал план. Все, продал план. Все готовы, Дэнни Герл, начинай. Учитывайте, что хпала еще нету. Цирк приехал. Джерем, тебя не слышно еще. Ничего не говорит. Где ты, КВ? Дэнни Герл, чё ты сворачиваешь? По центру иди. Между вами еще один танк должен поместиться. КВ, прожимай незыблемость. Ну где незыблемость, КВ? Сука, просто, блядь, слов нету. А как танчил так?
пацана больше реальные дипломы беспокоят. Чем разряды там пиндей да остался. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Ты проценты поднимичкова. Проценты бы включил, кого я досмотрел. Разделение. Я сказал еще на 39%. Святилище считалось неприступным. И прослакал. Но до сих пор оно не подвергалось такому. Не жалось, да? Не было, наверное. Черные драконы явились силы. Из ниоткуда. А, он как-то отбежал далеко от рода, и до него не расставались. Я так понял, хилам нужно, короче, за танками бегать. А я спряталась здесь. Да, он умер в стане, когда все были. Нас убивали. Его бы там никто не захилил. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Дать по бафу под ИК. А я на копию смотрел, на первую она что-то вроде тоже стояла. Или она так убивала его? Тут замешана и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои. Каска такого, кулак под ИК, где? Не вижу. Но одно я знаю точно. Их нужно оставить. Начинай до нее. Алекс Стразо выбрал достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Транга свет хили, да? Тьма. Так, первая пати тьма, все остальные свет. Кувей танчи тьму. Денигеру третью фазу свет, на первой фазе больше. Поклонская мелкий трэш. По хилам Кралька, Селена и Транга хиля тьму. Анка и Реневал хиля свет. Анка ставит тотем защиты от огня. Четвертая пати, кроме демона, стоит добивать больше. Дуэтипка, диспылишь третью фазу свет, Селена, тьму и первую фазу. И логоси. По инерам. Void Beast и Jest заливает ману Транга. Мизантроп и Король Козябр заливает... А, мизантроп и Эпплбокс заливает Сионка. Паладина разобрались там? Сейчас дутипка зайдет. Да я знаю, что она впервые тут. Там пиши, если что. Так, смотри, тут Джест хочет уступить место Дедмайнту. У него есть демон, Арпал, Холи Прист, Сова, Хант. Может, на Ханта заходит.
Хотя, в принципе, все равно на кого. Пусть так на кого хочет заходит. Тут на пол я схватит с головой. Мечта сбылась, блядь. Три роги в Лейли. Бери его, один лок. Он уже лок, он онлайн. Линал. Ой, возрадуйся. Пироги в Лейли. Только вот им в свету надо быть. Очень страшно. Там разберитесь, кто афлик, кто демон будет. Чек на готовность. Кралька 10 кахиль. Дайте бафы по локам. И ту МП лапу. Тут еще поставь. Поставил. Все, все готовы. Сейчас, секунду. Что-то макрос не работает сейчас. Начинай, КВ. Мизантроп метка. Перебежали. Что-то меня лагает. Слышно меня? Да. Беги, малышка, беги! Перебежали. Заходи, КВ, рейд ждите. Зашли рейд. Стали в звезду. Заходите, заходите. Ближе к морде сейчас метку.
Я завис. Кралька метка. Развис? Да, что-то, блин, у меня подвисает. Жутко. Тяни нога. Лол. Остерегайтесь тени. 51%. Зачем там стоишь, тени нога? Ногу тебе. Вандерлей метка, выходим в свет. Святой рост. Танка метка. Спалить тьму. Перебежали. Во тьме дали рост. Свет только трэш бьем. Беги, малышка, беги! Будет метка. Все, бьем босса. Клин, спойнем он. Перебежали. Свет, стоп. Свет босса не бьем. Ждем трэш. На пубок спать. А, все. Залейте там. Растут. Кто-то один. 80. Дезерат метка. Анки заливаю. Ренивалу залить, если кого-то есть. Афу дайте. Сейчас пациент поставлю. Прочтите гимн. Вы уже в рейзе. Блядь. Я прожал бабл, и на меня сразу метка кидается. Сука. Ну чё, нормально. Во тьме там нормально всё? Да. Поднять. Да. Поднять. Бейте маленькие, маленькие бейте. А, Войт. А, кубок поднимаю. Бейте все мелких. Для меня открыли. 70. Тьма, стоп, 70. Не-не, нормально, бьем. Мизантроп, подними рогу. Добивайте большого, все мелких бьем. Пуля метка. Пуля. Уже так ходишь четко. Кранка, да? Перебежали. Перед стоп. Не бьем босса. Руки на стену. Актуально там. Кто ты говорит? Хильте Поклонского. Свет босса не бьем. Свин, блять, не бейте босса, тьма, прожмитесь. Добивайте трэш и стоим, ждем. Падаем. Там. Пиздец, ну конечно. Или хотя прожмите бабу, то там. Ну, как-то или, танчу. Или поклон. Пробуем добивать. Пробуем, бьем, добиваем. Пробуем заходите добить. Кто-то, Баклонский с баблом, заходи. Да, насрать, давайте пробуем добивать. Да все. Да еще можно. Не, теперь все. Лол.
Сколько еще таких? Сильный перекос какой-то хуёвый, да? Что-то понятно. Я говорил Свету стопать, то не стопал. Там идеально все было. 40 стало, я сказал стоп. Мы, по идее, никак не должны были перебить. Слушайте, если я говорю свет стоп, не бейте босса. Вообще, абсолютно. Может, это газ. Метка не повезло, конечно. Не стоп. Да, мана кончилась, хилов, сразу танк умер. Если бы он не бегал по светлой луже, там бы было мана. Я отдал 4 волны, потому что он по светлой луже бегает. Да какой дух, он же слетит сразу. Софи же у тебя стоит символ веры? Нет. Почему? Никогда ничего не стоял. Какого фласка на манрек? Знаете, как она починку голда 50 и не убирать ману. Один процент и доп. ЕП. Ну, сами себе закрыли. Mm-hmm. Я сказал стопнуть. Кулака на руке нет. Кулак под друидом, сука. Понимаю, ни у кого кулака нету. Все, дали. Помнит кто, как копар ворвался? Ну да, щука. Да? Все готовы, заходим за линию. Там что-то поранить. Начинай клан. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Самовинья метка. Перебежали. Перебежали. Бандерлей. Мелкие растут. Бейте пока мелких. КВ, заходи уже. Добивая мелких, заходим во тьму. Заходим.
мизантроп метка заходить. Ближе к морде сейчас метка. Окно. Блин, у меня ж валанер есть, а я с келем. 52. Валанер. Десят. Выходим сейчас сразу. Выходим. Давай, свет. Давай, Рус, свету. Поклонская. Поклонская. Метка Поклонская. Диспель, перебегай быстрее уже. Беги, беги быстрее. Опять на Поклонской. Свет 40. Просто у тебя, Дима, да, рост. Забери маленький. Осторожно. Там приморозили, растет он. Нахуя бейте его, что приморозился. Да, либо тьме рост. Да. Сюда. Забыл. Пой, пой, пой. Поставлю. Перебежали. Уже не пой. Кракка дождинер. Так, бьем, не стопаем. Лужа в рейд. Дуду типа метка. Кого Селена на той стороне, как перебежим, бой поднимешь Селену. Крути немножко, тут рога так лужу разлил. Мизантроп, поднимите немного. Киве, поверни, Халёныч. Бо. Идём. КД, КД. Босса. Да. Перебежали. Да, вы... надо поднимать. Че, падаем? Что это такое? Че, падаем, алло? Не, да, он не успеет. Падаем. Все уже, какая умка. Просто Селена чуть не лез. Че такие уже большие стимы? Вот посмотрите, вот слева, например. Да, он. 8 стаков, бля, мне некуда выносить метку, мне приходится под морду бежать. Рога. Что ты за хуйня? Я бежал под морду, передо мной лужа появилась. И я что-то смотрю, блядь, ебать его в рот. Какие моменты надо к хвосту идти? Короче... Да, я понимаю, что спать надо. Не-не-не, давайте бьем еще, какой спать. Я пол первого уже. Надо убить, надо убить. Ваня, а ты во сколько встаешь? По-разному. Мало 7, мало 8, мало 9. Как мак от дыхания умирает. Когда мы просто стоим, бьем трэш. Ну, в морду забегает, наверное. Тяни нога. Не стой под мордой. Очень странно, ты не на перебежке, ничего. Мы стояли, били трэш, он умирает от дыхания. Тяни нога, блядь, мой тебе совет. Переименуйся, блядь. Там во тьме, перед тем, как Дима умер, там, конечно, если бы он выжил, там эпичное видео было бы. А чё там? Во тьме. Я по-мастерски избегал дыхания и влезли. Все здесь, давайте бафы быстрее. Дима, ты тоже поменьше там говори. Начинаешь что-то нудно там рассказывать во время трая. Очень сильно мешает. Чё я рассказывал, когда я уже сдох? Я не знаю, что ты рассказывал, я тебе лучше.
Ну вот как сейчас, я говорю, и ты что-то на параллельно там на фоне говоришь, что-то непонятно, и не прекращаешься вообще. Я попросил это. Гим, наман, но там приз сдох. Так а зачем это говорить репликой так 10-минутной, блин? Просто скажи гим, Латифемия. Он что, все делает просто... эпично. Джерри, он просто скажи, Селена, ГП, блин, и все. Что ты паришься? Да, стойте, вон там Олег. ГП накидывает, просто у него оповещение выключено. Не косячьте. О, в натуре. Юга, как твой ник пишется? Почему я в Mac распишу, а он не юзается на тебя? Чипа фокус. Уже это кимша. Все, ты не каешь. Макрос был. Пробел стоял. Да не, Гео, зайди за линию. Да не, я не тот макрос юзал. Ну, начинай, QA, короче, забейте. QA, начинай. Какая кралька мелкая. Отойдите от босса, кто там стоит, Эдвар. Перебежали. Рано на клуб. Он уже, по идее, закончился. Идет еще. Ну ты прожал, пока еще мобы не появились даже. Перебежали. Растут. Заходи, Кивай, быстрее. Рейд ждите. Заходим, рейд. Рака. Ближе к морде сейчас дизрапт. Кстати, я походу был прав насчет того, что он поворачивается на метке. Кто? Акма метка, выходим в свет. Потом расскажу. Святой рост. Если
селфиш. Перебежали. Уже вред во тьме рост. Свет только трэш во тьме рост. Босса не бьем, свет. Все, можно бить с этим шмаром. Читаем себе. Короче, не знаю, я лагаю там. Свет стоп по боссу. Свет стоп по боссу. Только трэш идет. Разлагал. Только трэш. Напугиваю. Да все, я разлагал. Так, монетка. Перебежали. Только трэш бьем. Так, монетка. Не бейте босса, подождите. Не бейте свет, не бейте. 40%. Все, бьем, перебежали. Лужа в рейд. На БДК мелкий. Да, не бейте босса. Кто-то херачит, там маг какой-то, что ли? Изотроп, метка. Нет, у меня. Беги, да, два. Все, бьем босса. Тьма, живете? Да, нормально. Перебежали. Так, свет стоп, не бьем. Добиваем трэш, добиваем босса. Дизраб, метка. Узкая метка. Все, добиваем босса. Небеса в огне. Ух, Владска дал. Красава, Войд. Один такой чешка. Чешка. Чешку ролим. Я забыла написать эту одну херану. Ну, я прав. Я ничего не слышу. Реально. ДЦ будет. Просто было написать, но у него фуловый растер дроид. Ладно, всем спасибо, удачки. Спокойной ночи. Спокойной войны. Маги, пор дайте. Поздравляем, Войд. У вас шмотка. Get-way. У вас шмотка на кота. Теперь я буду не 20, а 22 давать. Тогда она дает там плюс сколько? 15 или тарпа. Кралька выше. Кралька, сорян. А, да. Да, сорян, кралька. Ты у меня за знаешь сколько шмоток забрала? Утешение. А, давай кральки. Кральки же написал. Я написала, ладно. Я этот раз тоже пришукала. Не, давай. Она сказала, как мы убили, она сразу сказала. Но у нее трест рот. Ну вы красавчики, у вас шмоток. Кралька, уступишь? Да ладно, не надо мне уступать. Спасибо. Шею рулим.
А кто угол, если ты про чешку, то у нас по ЕПГП дают вещи с гейра. Не могу, Ленка. Ты Ингеру писал? Да, я фловую. Там, короче, по ДК 33 тысячи абсорб, нет, 30 486 абсорба. Ой, сложен кому-то? От нового мира. А он его можно две штуки носить или я не помню? Нет. Нет, он уникальный. За 10% можно кому на успеть? За бесплатно. Ну, берите. За бесплатно там, кому дать, скажите? Отдай Актул голы за 10%. Ретрик первой пати. А покажите общий ДПС, пожалуйста, если есть кого. Тебе точно никто не покажет. Кто еще на ИП? Ну, те, кто были в свету. Цвету разные, поэтому это добивал галим. Там будет прикол в том, что я во тьме прожал череду, и он кидает метку. И угадай, где я оказался, где у меня череда была. Блять, за спиной босса? Ну, с другой стороны от рейда. То есть, понял, он кидает метку, и у меня череда спина, и потом сбок. Ты понял, да? Типа он поворачивался, когда метку кидал. Типа он, ну, сервер считает, что он поворачивается, когда метку кидает, поэтому он и вошел. Ну, в бок типа тебя кинуло, да? Да. Я больше не буду хилить ему, это жалко. А что такое? Бля, ну типа... Ну, QV, я не знаю, либо ты что-то делал, или я хуй его знаю. Нет, ну так он одет, и как ты видел его? 804 волны. Ну там 6,2, блин. Прок Волонира по 30 тысяч. Ну вы понимаете, да, разгонять прок на 30 тысяч?